И всем привет, с вами Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы играем в Hello Neighbor Beta. Это продолжение той части, в которой я решил вам показать именно бету-версию. Мы сегодня продолжаем, сегодня ночь. И мы должны бежать. Мы решили подбежать. Очень прикольно, кстати, ребята, это все сделано. Так. Окей. Отодвигаем стул. Бросаем его туда. Чтобы свет нас не спалило. Я открою дверь. Нифига. Вот эта дверь глюченная, вот сразу вам говорю. Эта дверь глюченная. И она нам как-то пригодится, наверное. В прохождении. Так, мы должны спрятаться. Так, убежал. Если не заметил. Так, а зачем ты полез в шкаф-то? Так, у нас спалил. И вот, охренеть. У нас все вернулось, у нас тут рельсы есть. Только паровозика что-то не видно, но это не важно. Сейчас утро, и мы можем спокойно уже бежать к соседу. Мы уже запалили то, что у него там. Карточка, но карточку я не знаю, как получить. Вот в чем дело. Может, оставить если холодильник таким образом. Может, мы его как-то разморозим, я не знаю. Так, тут все изменено. Так. Не знаю пока что это как я это работает. Ничего бы я пока что не знаю. Но карточку мы нашли. Манекены какие-то. О, залетели как. С первого раза. Я думал, это будет сложнее. Ну ладно. Сразу. Вот эту вот штуку. Закрыли мы? О! Наконец-то. Ну, хотя можно вот так вот его закрыть от соседушки. Чтоб он нас не палил. Только меня удивляет, как он попадает туда. Хоть туда попасть вообще невозможно. Вот что-то через... Так, где у нас соседушка-то? Так, это мы открыть можем, да. Там находится у нас, если я не ошибаюсь, там ключ какой-то находится. Но как мы его подцепим, если у нас нет этого... Как мы заберем оттуда ключ? Так, здесь больше ничего нету, думаю. Может, здесь, думаю, ничего нету, кроме этой картины, потому что они отличаются. Это меньше картины, чем остальные. Так, то есть как-то... Да можно заметить то, что оно меньше, чем вот эти вот. Это как бы иллюзия. О, точно. Так, он там. И он, наверное, меня видел. Мне пофиг. Я продолжаю заниматься своими делами. Как ты меня запалил-то? Откуда ты здесь-то взялся уже, эй? Да ладно. Серьезно? Как так? Как так? Откуда ты мог знать-то? Он, короче, респавнится теперь. Ну, конечно, конечно. Давай, догони меня. Что же прячет нас сосед в этой части? А дверь мы вообще можем закрыть, нет? Кстати, дверь другая, и дом наш стал совсем другим. И это как-то вот то, что мне не нравится. Так, что у нас в этой штуке есть? У нас есть бинокль и эта штука. Но мы берем вот эту швабру. Помните тот дом, который у нас был двухэтажный, хороший такой? Но теперь у нас его такого нет. Может, швабры нельзя разбить окно? И у нас какое-то непробиваемое окно. А вот ботинком можно пробить окно соседа. Нет, нельзя. Тихо, 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 тихо. Бежим, бежим, бежим. Такой спрыгнул
С третьего этажа или с какого, со второго спрыгнул такой, блин. Вообще Спайдермен. Охренеть. Эй, ты! Лох! Лох, я в него попал. Интересно, что будет, если... Ключ? А вот это вот интересно уже. Эй! Лох! Так, яблоко мы закинули уже. Стол! Стол, смотрите. А, не долетел. Уже здесь все свои вещи покидали. Так, еще раз. Ну! Ну почти, почти. Ладно. Еще раз. Ну ладно. Пофиг на стол. Да как так? Не долетает. Спалил меня. Гад. Откуда он спрыгнет сейчас? Он точнее должен откуда-то появиться. Какая музыка идет? Ну! Почти. Ну! Да блин! Ну не, нафиг. Я у него мусорный бак сорвал. Соседушка, у меня твой мусорный бак, который залаганный какой-то. Но мне пофиг. Если честно, на этот мусорный бак. Тихо, тихо, тихо. Я должен все-таки разбить его. Ну! Ну! Почему не попадает? Ну! Может... Да должна быть рассчитана игра на это. Вы что? Ворона? Ворона. В огромной коробке ворона. Шикарно. Я начал попадать уже, походу. Почему ж у меня не получается? Вы сейчас спросите, зачем я это делаю? Просто от безделья, если честно. Так. Ну! Короче, это нереально. Но зато я это стекло могу разбить. Спокойно вообще. Так, уже сколько стекла я побил? О, стул наш вернулся. Я вроде выкинул. У нас есть ключ. У нас есть коробка. У нас есть ключ. Давайте ключ пока что сюда выкинем. Thank you.
пригодится. Мы его против соседа будем использовать. Так, тихо. Он где-то рядом. Но я не понимаю, где. Вот что самое такое. Ну, не пугающее, но такое. О! Без замка! Охренеть! Я такого не видел. Что? Что? Я даже не понял, что это. Что? Как? Где? Что мы должны делать? Что? Охренеть! Что это? Они что-то еще говорят, эти роботы. Охренеть. Он у нас это, инженер. Охренеть, какие они огромные. Что нам надо делать? Что нам делать? Что нам делать? Куда нам прятаться? Куда? Что это? Как это проходить? Они что-то еще болтают там. Как это пройти? Это какой-то ужастик. Как так? Вот реально меня вообще пугает вот это что. Это какой-то, блин, Слендермен уже пошел. Ну! Я же запрыгнул. Короче, меня бесит это, я вышел. А, надо было в шкафчик спрятаться, точняк. Давайте попробуем. Ой, а где я? Там дверь какая-то. То есть они закрыли эту дверь, а, понятно. А шкаф, 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 шкаф. Тихо. Сидим. Шкаф, точно. Шкаф. Окей. Это как-то мини-игра? Куда бежать, куда? Не понял я. Короче, в жопу. Потом разберусь когда-нибудь. Хотя, нет, стойте. Давайте еще раз попробую. Может, у меня получится что-то. Ну, я, конечно, не знаю. А, как так? А, ну да, точно. Вот это шкафчик. Они бегут к нам. Нас не видят. Так. Что он болтает? Вот я прячусь в этот шкафчик. А где нам его взять? У меня даже этого нет, фонарика. Где, 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 где? В смысле? Похрен. Ладно, вышел. Я в этом ничего пока, конечно, не разбираюсь, честно. Так что в этом я не буду ничего участвовать. Я этого не понимаю, потому что. У нас перезагрузился, видать, уже. Так, он что-то выломал уже. Как я не могу сюда прийти? Как, куда? Где? Что? Что он там сломал? Так, мы здесь уже были? Когда-то. Ладно. Побежали, пока что он нас не спалил. Так, здесь дверь есть, но она пустая. Она никуда не ведет. Здесь... Что у нас здесь? Телек. Давайте проверим. Так. Часы. Так.
Так. Давайте сюда спрыгнем. А мы сюда можем войти? Не знал, не знал. Капканчик. Попадать на мою собственность, потому что ты соседушка и у тебя фонарик. Да. Давай, давай, давай. Так, что у нас есть дома? Нифига у нас нет дома. Телек? Где пульт? Пульта нету. Так, здесь должна быть ванна, но ее тоже здесь нету. Погнали. Он где-то рядом. Кстати, мы хотели проверить, есть ли у нас здесь эта штука или нет. Нету. Наш лом пропал. Вот робот, ребята, который нас мочил. Так, мы здесь попали сюда. Я туда не свалюсь. Он к нам никак не попадет. Мы попали в ту штуку, в которой мы были. Вот. Туда он попасть никак не может. Только через окно, но это нереально. Это честно, это будет прикольно, если... Слом. Берем наш слом. И он у нас падает из рук постоянно. Почему-то. И я не знаю, как его брать. Видимо, это как-то можно сделать. О, я вышел. Прекрасно. Блин, она стала дальше. Я не могу на нее запрыгнуть. И она закрыта вообще. Смотрите, забита вообще. Досками. То, что мы видели. В Альфе. Там какой? Четвертый Альфе. Мы видели там вагонетку, мы катались на вагонетке, и теперь это все закрыто. То есть разработчики закрыли этот вариант. И это довольно-таки... И эту штуку они сделали меньше, походу. Да. Так, у нас здесь есть... Давайте мы с собой его тогда заберем. А, нет, мы же его не заберем. Понятно. Так. Так, мы его теперь вообще взять не можем. Нет. Нет, не можем. Ладно. Так, значит, там что у нас? Там какая-то штука. И нам без...
нашей штуки, попасть туда никак. Так, я пока что туда не пойду, там тоже есть игра одна интересная, но я пока что туда не хочу. Так. Карты здесь нет, потому что она в холодильнике. Так. Что такое? Там прыгает он. Открываем еще одну дверь. Так. Нам надо включить его. Так, здесь закрыто. Где там уходит? Гад. Мы вышли? Серьезно? Блин. Сука, 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 сука. Он нас запалил. Тварь. Он там, он там. Блин, надо было окно как-нибудь выбить. Стекло и выбежать. Но я не успел. Поэтому я буду следить, что он будет делать. Тихо, он там. Твою мать. Не иди сюда, не иди, не иди, не иди. Пожалуйста. Есть. Он не пошел ко мне. Когда шаги уходят, тихо, тихо. Камера. Давай. Я не уверен. Я не уверен. Прыгнул, что ли, опять? Момоко. Или Лолоко. Где я? Сука. Откуда он спрыгнул-то? Твою мать. Тихо, 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 тихо. Сидим. Там еще. Так. Так, он спрыгнул, видать. Там.
Где-то. То есть он спрыгнул даже отсюда. Оттуда откуда-то спрыгнул сюда. Молодец, вообще как наш герой. Делает все. Он что, вернется сюда? Так попробуй. Он ушел? Нет, ну там еще где-то. Ну хера ты вышел? Выпал? Есть, он выпал. Ах ты гадина, поставила. Ну, есть! Тихо. Тихо, тихо, тихо. Он меня не запалит, потому что он не знает, где я. Он не знает, что я в коробках. Ключ. Твою мать, зачем я его выкинул? Пофиг. Твою мать. Где мой красный ключ? Там у меня в этом рюкзаке было. Блин, нет, не бинокль. Блин, где-то здесь был этот ключ. А я его здесь, тем более, не вижу уже. Так. Вот он. Ну нахера ты вышел? Он нам еще нужен. Надеюсь, он не восстановит дом. Восстановил собака, ну ладно. Хоть сейчас утро. Ладно, в следующей части поиграем. У нас еще капканы. Мы здесь еще набрасывали капканов. Кстати, где они? Два капкана здесь было еще. Вот. Раз. Два. Ой. Ключ.
Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Бас, пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.